В Царском селе началась реставрация знаменитых золотых ворот Екатерининского дворца. Уникальные элементы восстановят вручную по оригинальным технологиям. Всего специалистам придется обработать более 3000 деталей. За ювелирной работой реставраторов наблюдала Салима Зариф. Золотые ворота Екатерининского дворца постепенно становятся чугунными. Декоративные элементы снимают и раскладывают по тачкам и коробкам. Вблизи видно, позолота отслаивается, проступает ржавчина. С момента последней реставрации прошло уже более полувека. Это металл, он есть металл, он имеет время жизни и так же, как и живет человек. В данном случае обтирается золото, происходят какие-то изменения, природа, в общем-то, не очень нас радует, это же не Италия. Но не только в климате дело, никаким ветрам не под силу вот так смять и обломать золоченые лепестки. Вот здесь видно, что уже на грани, то, что уже сломается. Здесь видно, что ногами вставали, то есть видно, ползали по ограде. Вандалы, по сути, повторяют действия фашистских оккупантов, которые, отступая в 44-м вместе с янтарной комнатой, забирали с собой фрагменты убранства царских врат. Они отламывали детали, золоченые детали ворот и увозили с собой на память о своих якобы победах. И, к сожалению, наши с вами современники, сограждане занимаются тем же самым. Каждому снятому с ворот элементу присваивается номер. Вот он, как солдатский медальон. Этот номер после реставрации позволит определить, где крепилась та или иная деталь с помощью схемы. Но вот это вот 2511 отсюда, с верхней части ворот. В реставрационных мастерских декоративные элементы моют, обезжиривают. Те, что сильно деформированы, очищают железной щеткой. Слой сусального золота здесь очень тонок, всего 4 микрона. Она же уже отстояла свое. Новое положим, будет красиво. Каждый элемент, а их порядка 3000, приведут в порядок. Части убранства, украденные вандалами, будут воссозданы вручную по старинным технологиям. Усиливать охрану у ворот в Царском селе не намерены. Рассчитывают на сознательность туристов. Шедевру Растрелли вернут золотое сияние уже через полгода. Салима Зариф, Алексей Сосырин, Дмитрий Лукашевич и Галина Орлова. Вести. Царское село.